Случаев сбыта фальшивых денежных купюр на территории Сургута по итогам ушедшего года зафиксировано больше, чем в других муниципалитетах округа. Специалисты связывают это с тем, что наш город является одним из самых крупных в Югре, с большим количеством торговых объектов. За 2016 по факту сбыта поддельных банкнот в Сургуте было возбуждено около 100 уголовных дел. Все данные уголовные дела являются категорией тяжких составов преступления, и в ходе проведения комплекса оперативных розыскных мероприятий в течение 2016 года достоверно там получилось задержать у нас две группы преступные. Для привлечения внимания к этой проблеме работников торговых точек города сотрудники управления внутренних дел проводят спецоперацию под названием «Купюра». Специалисты говорят о росте случаев сбыта фальшивок достоинством 5000 рублей. Эксперты криминалистического отдела отмечают, что банкноты нового образца пока не подделывают. А вот к старым 5000-ным стоит приглядеться. Существует ряд отличительных признаков фальшивки от оригинала. На оборотной стороне отслаивается защитная нить. Микротекст нечеткий в виде волнистых линий. Основное внимание стоит обратить на серийную нумерацию. Она отслаивается при небольшом нажатии. Нумерация начинается с букв БА-387, также встречается БА-597. Это в последнее время наиболее часто встречаемые.